Смотрел разные блоги, ну и вот решил купить для подкормки пернатым мел кормовой, дрожжи кормовые и мясокостная мука. Как говорил продавец, по 2 чайные ложки на ведро зерна. Это дрожжи. Мясокостная мука. Сейчас все это дело перемешаем. Здесь 2-3 черпака молотого дробленого гороха. Засыпаю зерно. Так, ну, пол ведра зерна насыпал. Это делаю для того, чтобы было проще размешивать. А потом еще снова досыплю. Ну вот, перемешал. Сейчас еще досыплю до полного ведра. Так, ну вот и все. Ну вот и все. Эту подкормку решил сыпать совсем недавно. Как бы раньше. Ну, вообще я знал, что она есть, но никогда ее не пользовался. Но вот в этот раз решил, а то идет расклев. Остановить я не могу, вон, видите. Выклевывают перья. Вроде бы как все эти добавки должны остановить этот расклев. Ну, посмотрю, что будет дальше.